Ребят, привет! Алла приехала с Германии. Привет, друзья! Алла, расскажи, пожалуйста, как ты меня нашла, как ты нашла эту клинику и вообще, как ты сподобилась сюда приехать? Ну, я твоя подписчица на YouTube. А сколько ты уже меня знаешь? Ой, это уже, наверное, 3 года. 3 года, ну, понятно тогда. Вот, и потом, когда ты видео записала, что ты живешь в Турции, моя любимая, и что ты вообще сотрудничаешь с клиникой. Удивилась. Стоматологическая. Я говорю, о, как раз то, что надо. У меня как раз проблема возникла с зубами. Но я уже давно ищу клинику. Тебе не страшно было ехать зубы лечить в Турцию, непонятно куда, с Германии? Ну, сначала было так непонятно, конечно, потому что Турция для меня ассоциируется с дешевым. С отелями, инклюзив, всяким базаром турецким или подделками. А дело в том, что зубы и трансплантация волос, Турция этим славится очень давно. Все европейцы, немцы все здесь лечат зубы, никто в Германии не лечит. Кстати, вопрос, почему в Германии не лечите свои зубы? Ой, ну потому что 2 врача от меня отказалось. Почему? Ну, сложно было, наверное, не... Сложный случай. Да. Просто эту картину я наблюдаю уже не первый раз. 90% пациентов этой клиники немцы. Вот. И мне очень много с Германии пишут русскоговорящих, которые говорят, что, во-первых, невозможно в Германии сделать рентген, записаться, зайти к ним, ну, то есть очень дорого, и плюс очень часто не знают они, что делать, то есть что там происходит. Ну, да, то есть, ну, записаться, конечно, надо месяц ждать, да, это точно. Раньше было с этим проще, сейчас что-то почему-то хуже стало. Рентген они делают у себя, ну, там, например, в моем врачи, у моего врача. И не дают на руки, да? Ну да, не дают. Я сфотографировалась с этого, с монитора. Потому что очень сложно получить, реально. Мы не можем, те, кто едет с Европы, КТ прислать, они нам не могут. Да. Приходится на глаз примерно. Ну да, я тайно сфотографировалась с монитора. Ну ты молодец, конечно. Так, почему-то почувствовала, что мне пригодится. Вот, и один врач от меня отказался. Ну как, он не отказался, он так сказал, ну сложно делать, ну что-то жаловаться. И 3 раза, если так сказал, знаешь. Ну да, я бы побоялась. Я сказала, ну не надо, ладно, не надо. Я потом другого врача нашла. Вот она подала вроде бы документы даже на страховку. Ну вот с апреля ни духа, ни слуха, ни духа. Очень странно. С апреля, представляешь? Да я в шоке. Я бы, конечно, могла позвонить и там... А здесь приехала, еще. Вот ты вчера вечером приехала. Сегодня тебе в первый раз... Отпилили зубы, да. Вырвали 2 зуба еще. Пролечили канал, и уже сейчас у меня все временные. Временные зубы поставили. А можно близко я при... Вот телефон вот так вот, посмотрите, временные зубы очень красивые. Да. Это пластмассовый, конечно. А смотрится со стороны очень круто, между прочим. Единственное, минус, то, что они пластмассовые, цвет форма. Белый. Нельзя ни форму, ни цвет сделать сразу, ну, красивый. Да, да, но форма, конечно, я не такую заказывала, мне сделать другую форму. Постоянная будет под твой вкус, естественно. А вот цвет, я не знаю, номер 2, это, я не знаю, с чем сравнить, может, так и будет. Ты хочешь такие светло-белые, да? Ну, я бы хотела, да, белые. Все, кто приезжает из Германии, хотят белые. Это круто, это модно, это прям бренд. Это я сделал зубы. Mm-hmm. Там это нормально. Русские в России не понимают такой цвет. Но европейцы, они всегда делают белые. Мне нравятся белые, я не знаю. Почему бы и нет? Да, я тоже подумала. Почему бы и нет? Тем более, ты живёшь в Германии. Да. Форму я выбрала Голливуд. Там очень много форм, вы вместе выбирали с техником, правильно? И цвета вы тоже подбирали, и формы, и у десны форму, вот здесь, то есть все это вы вместе подбирали. Да, у меня была операция наверху, и у меня очень много вырезали десны, и поэтому у меня будет как бы зуб и такая надстройка под цвет моей десны. Я поняла, что-то. Красиво будет. Да. Так, хорошо. Больно ли тебе было, вообще чтобы... Вообще не больно. Очень многие жалуются пациенты, им подкалывают анестезию, когда подпиливают и одевают временный, прям больновато. Не, ну когда временную ставили, я без анестезии. Но мне не больно было, вот чуть-чуть чувствовала, конечно. То есть когда... у каждого свой порог боли, я так понимаю. Ну, когда зубы вырывали,
вот у меня чувствительность была, но только там. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя коронок, я не помню, 24, 28, 26? А, на два зуба, потому что больше, да, с одной стороны? Ну, он мне еще сказал еще одну, которую мы не хотели ставить, но мы поставить на нее еще бесплатно. Даже так, это хорошо. 26-27 коронок, окей. Лечение каналов, два зуба вырвали. Вопрос, сколько у тебя вышло денег? 4220. Если на рубли перевести, где-то 400 тысяч. Ну, да. Так как евро в рубле, я даже не знаю, сколько. Ну, в Германии, 420. Германия бы заплатила, стоит 800, от 800 до 1000. Однако примерно... Циркония тоже. Да. Это, если мы не говорим о металле, керамике. То есть примерно ты бы заплатила 16 тысяч евро в среднем. Да. То есть здесь 4, а в Германии вышло бы 16. Я просто просчёты в Германии делала. Ну, да, в среднем там... какая-то цена такая до 30 тысяч. От 15 до 30 тысяч евро. Ну да, там страховка тоже какую-то часть оплачивает. Какой-то по-моему, пипец. Ну, по-моему, только самое великое, ну, то есть самого дешевого материала. Да, то да. есть там бы не ставили четвертое поколение. Да, дело в том, что цирконий, во-первых, он разных марок, разных производителей. И разного поколения есть первое, второе, третье, четвертое. Недавно появилось поколение Dental Direct, немецкий, кстати. Вот, это самый красивый 16-градиентный цвет идет. Он такой... Я уже рада. Да, он будет очень красиво сверкать, переливаться. То есть постоянные коронки, они реально очень красивые. Да, и вот четвертое поколение, я бы тоже на 1200 заплатила. Ты довольна, что ты приехала? Конечно, да? Вообще классно. Класс. Я сейчас с тобой вообще познакомилась тоже. И я уже, контакт был у меня с другой клиникой, но там просто на вопрос ответили. А мы с тобой переписывались до ночи. Я всегда, да, до ночи всегда... переписываюсь на связи. Ты всегда на связи. Да, всегда. Так что ты пишу, ты сразу отвечаешь. Круглосуточно, можно писать ночью. Я была на Камчатке, 9 часов разница с Москвой, с Турцией, и мне писали с часу ночи до 5 утра, а я сидела, работала. Ну, то есть, как бы, если надо, людям ответить, я отвечаю. Ты хороший амбассадор этой клиники, вообще шикарный канал. Спасибо. По Телеграме. Я вообще о зубах, о коронках, о имплантантах. Только вот от тебя больше узнала, чем вообще за всю жизнь. Ну, да. Хотя у меня тоже были имплантанты, которые выпали потом. Вот, то есть... Я веду блог в Телеграме и рассказываю о материалах, о какие бывают коронки, какие бывают виниры, люминиры, да, чем отличаются. Да. Очень интересно вообще, так информативно. Да, интересно. Вообще. Ой, буду дальше продолжать. Да. Так, что ты хочешь сказать нашим зрителям? Ну, не бояться ехать, конечно. То есть ничего такого страшного в тебе нет, да? Боли вообще никакой не было. Но я уколы боюсь, вот эти пикс, да, вот эти мне были чуть-чуть неприятны. Ну, это нормально. Потом когда делают анестезию, ты имела в виду, да? Вот эта маленькая иголочка подкалывает. Да, а так вообще не, даже когда вырывали зуб, там ковырялись. Ты с мужем приехала, да? Конечно. Как он отреагировал на твои зубы? Кто первый сказал, ты поезжай, он сказал тебе, или ты упрашивала? Нет, как, ну, как не упрашивала, сказала, мне вот надо сделать, все, нашла клинику, ему просто надо тоже зубы делать. И он говорит, давай тебя пошлем. Консультацию посмотрим. Провели? Да, уже провели ему консультацию, уже снимок сделали, уже даже цену назвали с имплантантом, без имплантанта, он будет решать. Круто, можно мне сказать цену? Нам, зрителям, ну, интересно. До 3000, по-моему. 3000 евро? Без. Да. Без имплантации. Ну да, на весь рот в среднем 300 плюс-минус, ну, смотря что и как. Да. Да. Дело в том, что у нас еще коронки бывают из дисиликата лития, очень тонкий материал, который нужно одевать на зуб нелеченный, когда не надо зуб опиливать. То есть можно сделать коронку, не опиливая зуб. Это из кремния, как вот виниры. Тонкий-тонкий материал, но это только на здоровые зубы. Если зубы не здоровые, то уже делается цирконий. Либо можно совместить цирконий с кремнием 2 в 1, Емакс коронки сделать. То есть у нас 3 вида коронок получается. Не, ну мне надо коронки, потому что у меня все кривые зубы были. Да-да-да, мы тебе будем исправлять. Представь, если бы я в Германии сделала, опять же сделала бы металлокерамику, опять бы мне отпилили бы до металла, они там так делают, чтобы когда кусаешь, чтобы он не разрушился.
И ты сама написала, да, что они окисляются, да, из-за спины, я глотаю это. Да, все. От металлокерамики все десна черные, синие, ну, да, у кого да. как, вот, но в слюну мы все время, да, попадает этот металл, мы все время портим себе кишечник, да. желудок, ЖКТ. А вот ты представь, если бы они да, от меня да, отказались да, да. от меня, да? То делала металлокерамику. Да, металлокерамику, и опять же со всеми этими проблемами. От... И опять же только наверху. Ну да, от металлокерамики еще твои зубы бы гнить начали быстро. Mm-hmm. И опять же у меня бы были, остались желтые зубы, да, и белые. Так что я рада вообще. Сейчас у меня будет, правда, голливудская улыбка. Будет очень красиво. Да. Получается, мы с тобой через 4 дня встречаемся здесь, на этом записываем месте. Новое видео, и ты нам улыбаешься, красивая да. улыбка. Сейчас пока это временные зубы, на 4 да. дня всего сделали. Вот, кстати, сильно не кусай, потому что они к завтрашнему дню у тебя отвалятся. Я не буду кусать, я потому буду их смузи специально... пить и супчики. Да, специально сделали наклей такой, чтобы еле-еле легко. Держался, угу. легко можно было снять, угу. так как если наклей тебе посадят обычно... Да, с зубами вырвут. Да. Ребят, пишите свои вопросы, если вам интересно, задавайте про зубы, про материалы, про имплантацию, про клинику, про отель, про трансфер. Как... А, кстати, вас класс, в аэропорту встретили, да, довезли, да, все хорошо? Да, классно было. Отлично. Видео я уже опубликовала у тебя на канале. Всем пока, пока-пока. Все, пока.